рыбы надо будет. Красиво. Да. Разбили красиво. Да, блядь, а что, раки не могут спрятаться, что ли? Там разбили. Я разбили, вот убежал. Максимум один должен был сдохнуть в топ глыбе. Дверь? Не слышно. Просто шторы, шторы, герс. Дайте баф. Пока тут медведой же. Беги, малыш! Беги! Ибо ваша жалкая магия погибнет! Рейд прохилится? Где прохил рейда? Три хила стоят в метках. Самую правую метку встретим. Пять процентов. Сейчас вторая фаза будет. Вторая фаза. На казонтика отойдите. Дай чуть-чуть назад. Визит вышел. Милики оттуда. Беги, малышка, беги. Не разбивайте. Милики, идите. Луциня, ты не хочешь стаки сбросить?
Или ты с 10 стаками сейчас будешь танчить? Ну, разбили глыбу. Может, ты в центре спрячься сейчас на цинь? Все, иди мне. Забери драгон. От Локи отойдите. От Локи. От Локи. Вольф. Рахила мертвая, Рахила спустя. Похиливайте. Давай. Видите, босс, метки по сторонам. Луцинь, как тебя так быстро сложило? Ты дубовую кожу даже не прожал. Он не на фулл аутхиленный был. Я был на пол хп, прожал хилочку, потому что я должен был выживать. И меня не дохилили. Что ты за стаками следил? Дисконнекторами одного выкинул. Одного. Вага, начистишь всем подох. Не знаю, а медведь вообще скидывал стаки, потому что он как-то странно возле глыбы стоял, я видел. Скидывал, скидывал. Медведь скинул уже потом стаки. Они не то отдал, любовник. Не то отдал. Вернешься сейчас. Речь не плачет. Она не та отправляется. Странная херня какая-то. Резь не япончик. Ладно. Сейчас резу, подожди. Я возле морды вон лежу. Спасибо. Баф раздайте. А рыбу ставлю. Этот Вага Никит, я называю медведойж, зачетный денчик, пустой отец. Любовник, ну-ка отдавай сюда. Чень обычную. Лёх, ой, да будешь закидывать? Еще раз. Я говорю, ой, да будешь фред кидать? Ну конечно. Кого убираем? Драгон, ты в ДД. Сейчас определюсь. Ну, наверное. Пока Вага пускай на. Вага, давай, ЕП, ГП. Так, теперь самое простое. Кто глыбу разбил, что сдохло 4 человека? Я крайне убил. Даже не смотрел, сколько у нее ХП было. Вот этот, которым у нас.
кто-то из меликов, значит. А я в душе не ебаешь, какой сломать. Ну, он понимает. Или, блядь, кто-то, или кто-то признается, или, блядь, начисляю всем дома. По-моему, уже давным-давно определили, что это никак не понять, кто ее разбил, потому что там может вообще какой-нибудь человек с левой метки навалить туда доток, и она сама по себе разобрала. Кстати, что законченная позиционка босса вообще? Касается танка. Почему нельзя поставить босса, блять, ровно? Кому там лич не нужен? Усаните в рейд. Что ты говоришь, кому-нибудь что? Кому лич не нужен? Кто фонит, пожалуйста, не надо пытаться что-то говорить. Кому лич не нужен, плюс они тебе. Коронное осквернение от Раски по-любому должно быть. С вашего первого состава там чувак по умать не разливает. Что не надо. Так. Давайте там шкаф, что ли. А там кто? Мишка с Вайдом или нет? Вот ценевой танк. Аха, может ты сперкнешься в танк? Кому сказали, тебе танчишь. Чё он себе что-то не устраивает, не нравится, что-то понять не могу. Кого? Кого не назначат, что-то как-то обсуждает. Он что, агро не держит или что? Я понять не могу. А у него есть Т5 вообще на медведе? Нет. Куда агро? Куда? У него есть Т5? В танку не обязательно. Ну, есть 2 Т5. Из меня срывали? Я вот это не понимаю. Лёх, поставь, пожалуйста, вот это в центре метку. Завтра на работу? Вообще не хотел, ну не поеду, но вдруг вызовут. Я завтра обзванивать списки буду. И фаршировать потом. Утку. Списки. Какие? Ну там чуваков, кто осенний призыв сейчас идет. Не хотят ли они на контракт? Старая у тебя связь. И кто метку в меня воткнул? Сейчас уберу голос. Я просто под рейд приготовился уже. Старый. Что? Ты метку в меня воткнул. А что, нельзя? А нахуя? Если войд в центр попроси. Че, запускай босса, да поехали. Мои шаркари?
У меня не убирается мерт. Уберите ее, переставьте. Да я систа. Так я не РЛ. Япончик. Да, сейчас я отдам буквально. Тут где я стою? Мне без разницы, кто кого будет танчить. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил... Люди с ассистами, поставьте метку, где стоит Войт и Фарада, пожалуйста, блин. Через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Зачем? Но я не буду... Чтоб видеть центр круга. Твои Итак, понимаешь? Крики... Войт, скажи, кого я танчу. Окей. Okay. РДД ловушка. Чума одна секунда. Чума в раз. Там на вурдалаке. Ширкаря подальше от меня немножко. Давайте РДД перейдем. РДД сдвинулись. Ловушка РДД. Ловушка РДД. Чума Моса. Чума старик. Проводи на край. Приказа. Так у нас чума есть. Дальше. Была только что чума, блять, убили его. Если нет чумы, сводите мема. Сейчас отдохнет, подожди. Я уешь. На пола на здорово нет, аккуратней. Всем здрасте, ребят, если нужен, могу зайти. Сорян, только вот пришел. У нас полки. Ширкаря, держи, я духа задержу. С первым.
Шаркаря тоже подводил уже. Ты заплатил. А чё, Геро? Какая Геро? Он не видит. Локи анонсите и хилу в каких вальках? Вы осквернение 3 секунды. Сука. Кружок-то надо добить, наверное, нет? Или чё, блядь? Я люблю, да. Чё, пиздец? Сейчас валим. Осквернение. Меня уйдите. Трусы надо разбить. Вернее, 5 секунд. Вальки сейчас будут под плащ. Одну линию. Я не могу бежать и одновременно себе хулить. Я, пожалуй, нужен. Чё по БР? Ну, АДБ. Он же ДЦ-шник. Скринение 2 секунды. А там... Вальки сейчас будет. Сквернение, секунду. Моссу прохил. Треугольники хил с лечом летит. Кто твоим? Стамп. ТД по рамбу. ТД по рамбу сыграй. Там дайте. Скринение 2. Отойду быстро. Ёлка, сын. ДЦ трусы. Сквернение. Дима ХП. Дал ты. Найс, прыгать. Вали сейчас буду прыгать. Спину. У вас что, БРФ нет больше? Трусы, хил. Сквернение. Сквернение. Трусы, хил. Там промо. Бенчик уману. Смешанное, смешанное. Ой.
Треугольник первый летунку носит. Сильнее бейте, кто первый летит. Скорнение сейчас будет. Центр не залейте. Теперь в центр. Я чё? Какой без пятки? ПР есть до сих пор. Переход. Звезду на лагу. А чё, ну лучи нету ПР? Есть. Вас дохуя было. Брати, брати, вон ее же тоже нету ПР. Пока тут нету. Звезду на вагу. Ну, давай БР оставшийся разгоним. Два вроде. А? Видите, что у вас есть БР. Секунды выход, осквернение будет. Куда ты, блядь, его ведешь? Стоял лично на месте. Не чтобы, блядь, стоял, надо вести куда. Каску пороги, пожалуйста. Звезду на вагу. Сейчас отдал.
Выход с комнаты 3 секунды. Геру давать? После следующего. Выход с комнаты персика. Вернее, не качество. Пять лямов под персой, все? Катить надо было. У нас по выходу зубы, наверное, надо дать, да? И кайтить. Маги копии прожмите, крови. Сейчас 17 минут прошло. Сейчас через 3 секунды выход будет. Смотрите, лича катить будем, не сбегайте с ключу. Как разбежитесь, так разбежитесь. И башьте его. Еще и духи идут. Если Гера отхватилась. Прошлый. Второй бабл есть. Давай, давай, 3%. Искоренение. Сколько? 2%. У меня нет ШВ, надо тебя ловить. Что, убили, не? Берсек, зырно он стал. Япончику 250 определенно. За что? Что, воспоминание сдох? В осквернении сдох. Я не могу себя хилять, я все прожимки отдал. Я был на лоу хп, вынес нормально осквернение, и пока я из него выбегал,
все на себя потратил, никто меня не поднимал. Как? Хил, который не может хилить на ходу ДЦ. Нормально. Молитву отчаяния сразу же на себя дал и щит, и хоту повесил, и все равно сдох. Я был на лоу хп. Я видел. У меня было два осквернения подряд, и я от второго сдох. Я видел твою смерть. Так ты просто далеко был, вот и все. Я наблюдал, блядь, за этой хуйней происходило. И думаю, блядь, нет или нет? Тебя? Ты просто далеко был, япончик. Хилы-то у них раньше-то не бесконечно. Прям тут он сам себя мог выхилить. Просто когда выносит осквернение, он ноль, как бы вообще. Ни одного коста, ничего. Это первый нюанс. Второй нюанс, это еще плюс за то, что наносишь еру в неподходящее время. А то, что там Шаркари был и один дух. И в итоге все равно дали. Дали после первого осквернения. Еру дали нормально. Я за это извинился сразу же уже. Лучше определитесь, кто РЛ. Да зачем? Все знают. Зачем тут что-то РЛ? Не, ну знают. Такие вот моменты, когда, бля, что это за хуйня? Ой, надо анонс. Давно смотрите. Под комнатой дебафы. Ты где надо, че он в персу впал опять? Молдолзарчику там, блядь, 100% начислили. Загневного на перефазе. Блядь, я вообще в шоке. Да не хильте вы этот дебаф, умрите. Он бесконечно будет висеть. Какой дебаф? Спустя столько времени отдаваться на самых простых моментах. Богоподобно, особенно... Перефаза, вторая перефаза с вальками. Одна моя валька летит нормально, все остальные летят хуй пойми куда и хуй пойми где. Вы понимаете, где спина босса, куда должны вальки летать или нет? Или вы, блядь, разбираетесь по всей платформе так, чтобы вальки летели хуй пойми куда? Если бы вальки летели все с этой стороны, их бы спокойно... И кто бы не сдох. А так вальки летели вообще с другой стороны и практически на краю платформы. Я не знаю, что там люди делали в этом. Когда весь рейд стоит, бьет, блядь, шаркаря добивает. И с этой стороны выносит осквернение. А люди находятся на другой, на другой стороне платформы, где, блядь, ни лича, ни шаркаря, ни, вообще нихуя нет. Причем до магеры. Это первый нюанс. Второй нюанс. По поводу этого. Когда лич переводится на следующую фазу, со второй на третью, все должны бежать в одном направлении. Хуй пойми куда, блядь. Половина рейда бежит, блядь, на одну сторону. Вместе с танками. Вторая половина бежит, блядь, не знаю, кто там, блядь, в ебеня. Кто-то вообще, блядь, там чуть не на трон, блядь. Кто-то так, чтобы вас точно не прохилили. Бегут люди. Не надо такой хуйней страдать. И по поводу комнаты. Нахера наперед звездочки забегать? Не забегайте наперед звездочки, будет все заебись. А мне вот вообще интересно, я хуй знает, зачем говорить тогда? Фазы. По поводу первой фазы. Вышли на, блядь, перефазу. Окей, на этом нету, блядь, на шаркаре нету чумы. Чума есть, блядь, в рейде, мелкий моб ходит с чумой. В чем сложность, блядь, его подвести, блядь, просто от этого было, блядь. В чем сложность подвести под большого шаркаря его? Там все равно всю чуму потом, блядь, продиспелили. А банально, чтобы такого не надо было делать,
Даже если чума на рейде очутилась, просто, блядь, весь рейд под шаркаря ближе стал, блядь, и все, и чума на него перекинется, если вы будете пели. Все, все началось, блядь, в том моменте, когда рейд, блядь, разбежался, блядь, хуй пойми куда, на смежном осквернении, то есть на вторых вальках. Дайте рез. Еще раз. Просто если перейти на вторую фазу в минус 5 и пройти вторую фазу в минус 5, то можно еще раз увереться в берсон. Наверное, надо было на второй фазе пробовать резать максимум. Почему он не сдох? Там он же, по идее, убил скиллом или нет? Да мы просто били вообще минус 5, грубо. Ну да. Самое пиздатое было, это когда мы упустили то ли Денчика, то ли кого-то, и вместе с ним еще... А почему мы били минус 5? Балдазар на замену. Ну там, я не помню, как они отвалились, то ли на переходке, блядь. Да убегает хуй пойми куда, когда осквернение. Нет сразу, блядь, кинул сбежать в центр, и хуй прохилишь, блядь. Бегают непонятно где. Мазер, я хотел спросить, а нахуя вообще вам анонсить, если вы все равно этого не делаете? Про вальки то, что он рассказывает. Нахуй я что-то говорю, блядь, сейчас будут вальки, подбегите под плащ лича, блядь. В разные стороны, где осквернение, туда валька ебанула, нахуй. Две в другую сторону еще кричат, блядь, быстрее, кружок, там же у нас хил. С друг на другой в конце платформы. Это под мою вальку нассал кто-то. Я там не сделал. Я так и понял, я нахуй ничего не собираюсь анонсить. Пизду. Че? Не тот рейд, где, блядь, надо что-то анонсить. Это если вы, блядь, пришли бы в ОКХМ, там бы еще поанонсить. А пресс-баф сегодня будет, наконец? Ну чё там? Или шкаф там кого-то засумует? Ты лучше не здесь и сюда. Лусик, ты танчил, да, раньше с Аркарей? Ну да. Ты смотри, ты на глаз примерно рассчитывай так, чтобы расстояние до мили кучки и до РТД было такое, чтобы люди успели чуму вынести. И чтобы близко не было. То есть, чтобы она на меня не перекинулась. Я ориентируюсь больше по мили группе. Хорошо, буду на две группы следить. А по центру стоять возле, нет? Ну, между ними, ну. Вы уделили треугольник, кроме сторон? Мазер готов, нет? Ты готов, да. Даш? Пускай босс. Сопрота обновить. Ладно, понимаю, в РСМ. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и убил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да, да, я окей, я понял. Войт, на пол, пожалуйста. Войт, там сорот огром. Кто? Thank you.
раз. Рэнты проверить. Выйди всем. РДД перебегает. Лава крутится. Меня-то не веди, проведи дальше еще. Прыгонечек, прыгонечек. Ой, это еще не надо. Сейчас. Рудолак останусь. Проведи, чтобы РДД место было. Проведи, чтобы РДД место было. Смотри из рейда. Выбрать. Ну, выбрать не заслакаешь. Пускай на мне. Серьезно? Упал, но. Так, лайки должны сбежать. Помяки сальвы, баните там. Разок другой. Как он не съездит? Короче, я... вот думаю, шаманом... Ну, ромб хил. Ромб хил. Бейте РДД его. Один шкаф, я лучше. Руценсти АБР. Больше нет стана. Продаю. Лужа. 2 секунды. Поэтому по медведой же, медведой же по япончику. Я япончик арестнул, ты же сказал. Я еще прононсил БР до того, как япончик.
Шторы погиб с медведой же. Да ебать. Даже на 8, даже 2%. Лужа секунда. Босса не залить. Лужа. 1%. Переводить. Вот. И 4 есть. На край уже. Да, отлично. Неужели все в одно место? Вообще чудо. Вариантов не было, лужи везде. Кого убьем? Чё за кубик на башке? Пипец. Сверяемся. Давайте. Вот эти абсорбы тереть еще. Полоки сальвы любите. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Надо провены. Ладно. Черепа свалите. Пойдите. Видите, вот. Под духами быстрее. Духов не будет. А, все, исчезло. Не, имею в виду, что через лужу идти. Вести не полетят. Вернение здесь вынесет.
отхиливать. Куда ты в обрыв, блять, побежал? Серьезно? Спрячьтесь. Сука, ну ты чё? Чё? Двом человек. Кто там потерялся? Терять? Лёжа стоит. Так вообще в другую сторону. Жив, цел, орел. Ты что, прожимку отдал? Я отдал расовую минус 50. Незыбку и войско. Типа лям написано, наносит урона. Ну хуй знает. Сейчас посмотрим, получено. Ну, типа он снизил где-то на процентов 99. На дохуя, короче. Че, король лич. 50% ты, вот это расовое у тебя снимает. 84 тысячи, короче. Нанес. 99,5 где-то. Убей его, пускай он не успеет анимация. Эту хуйня же идешь домой пробежать. Упала, по-моему, тоже можно поражаться. Че у него там? Срезка, потом что-то еще есть. Есть. Чем-то не прожмешь. Масуха, что? Масуха есть. Срезка, масуха. И символ. Ты символ. Есть бабл. Ну, бля, а бабл че, он не шотается со скорби вот этой ледяной? Невосприимчив. А. Так можно было не дохнуть? Можно типа дохнуть. Да. Если бабл нажимаешь, дует в момент каста. Ты не сдохнешь. Я думал, она убивает даже. Ну ладно. Будем знать. Тоже. Ну, типа, диван кидаешь, чтобы его не... Не, ну диван-то понятно, диван спасает от всего говна в жизни. Последнее благословение. Бабл-то не спасает через бабл. Ну,
Все буду делать нагу паладина. Ой, ой, Джамит, да, да. Ты на него залупаешься, а ему похуй на тебя. Вообще дерзкий парень. Все запыли. Ты быстрее убей его. А, ребята, а вы же как, с ЛК начали вот это проф, да? Ну, с начала РТ. Да, да. А сейчас Леха будет перебирать что-то это на Джайну рейд? Конечно, будет. Короче, я к чему? Есть пару минут? Только два человека. Все. Леха, я на работу сейчас уверен. Ну, я в курсе. Так, Фарада и Кирс предупреждали. Пока разрул там есть пару минут, то я еще чай предупреждал. Кирс, инканит ДПС по боссу? А он, я не скинул этот с прошлого трая, у меня только общий есть. У меня, короче говоря, у тебя 11 лямов показывает, а у меня 9-8. Ну, примерно так и есть. Какого хуй у тебя 11 лямов? 9,9, ну у тебя лямов включу. Не, 9,9 это уже я вот бью там. Типа так было. Ты понимаешь, просто две перефазы, плюс чем дольше бой, тем мне лучше, потому что я дотками бью валик, а весь ДПС наношу, по сути, по лечу. Поэтому. Ну, это текущий. Он у меня забагался, если не ошибаюсь. И скинулся. Полночь. Ну, у Локи по трэшу было больше, чем у меня, потому что здесь трэш быстрее сливался, у него экзекутор быстрее срабатывал. Локи-то. Че, открывать сундук-то? Ну да. Ты хочешь кого-то сумануть? Бан, да. О, нифига себе, клятва плюс арбалет, нихуя. Так бывает? И осколок япончику еще. Просто, просто все подходит. Брони, да? Брони. Мне почему клятву могут друиды ролить? Так сначала же клятва по ролу идет. Видишь, она по списку идет. Первая, потом арбалет. Если он клятву сролит, он может арбалет профукать. Не профукает, да, он... Не отдадут никому арбалет. Только ему идет арбалет. Почему ты убил? А кому ты отдашь? Не, ну, допустим, если бы кто-то приору был выше, типа Рога или Лара, дали бы. А, да? Миш, для тебя я поставил. Прыгай. Спасибо. Га, он дешевая пуха, да? А что им? Для ханта в половинке. Ну, арбалетом. Ну, типа какого, этот, как Жезл у них. Роня, а он Вервульф. Вервульф ГЦ, да? Вервульф выше, да. Всех, да? Отдаю им. Вервульф ГЦ. Чисто спиздил. Пока, кстати. Потрачено просто, по-моему. Наконец-то он поменяет 239-е говно. Роня. Не, типа с его говном это пиздец ходить. Все, Вервольф теперь везде должен быть топать. Че, Миша, не забирал бы поезд, да? Коня сейчас буду ролить. Миша уже уходит. А ты про них говоришь, не падает, да не падает. О, вразка сотка. Бицы. Ну ты мог клятву не ролить, по идее. Ты по приору уже вервульф выше был, нет? Старый, ты тут? Чё я? Тут? Да. Слышишь, если я там в рейде, кикни, пожалуйста, у меня все равно пингует, короче. И из рыча, если начисляли, убейте, пожалуйста. Я просто на твине, у меня все равно пингует конкретно. Да я уже понял, я тебя кикнул. Если есть кто на маке шарит, могу перса отдать.
если вы Джайна хотите. Карин, не передумал. Что? Говорю, не передумал. Значит, чего? Меча. Да. Я просто Влад записал, а ты внесите, что ли? Ну, вернусь, одень на палет, покажи свой там левел. Интересно же. А прикинь, ведут потом какой-нибудь там, или Т-11, или чё, где надо будет метательное кидать. 75. Его арбалет. Чё-то за маленький. Чё делать, эти перчатки до сих пор были? Всё, рейд я переформировал, есть. По 30. А я в рейде есть? А ты хочешь? Не особо. Если надо, зайду. Слакай. А Кирс? Бух, а ты Кирса менять будешь? Он же тоже вроде ух. Ты мне сказал, Мак, поставь портал. Кирс. Не, Фарада сказал, что уходит. Ничего же не... Или говорил. Я не услышал. Ну, вообще он вроде бы старого предупреждал. Нет, я понимаю, старый, что он говорил тебе? Фарада и Кирс приходили на 2 часа, Фарада потом на работу, Кирс тоже куда-то. Они в начале рейда предупредили. Лично меня. Ну, значит, Карина, заходи. Причем они даже это в Дискорд говорили-то, слышала по рейду. Метки доставляются, распределяйте людей. Че, в танках 2 медведя и вот. Ну да. Пятая группа хилы. Че, с конем, да, маунт с Джайны 310 будет летать, да? Нет. С конем только конь летает. Что? Конь эгоист, он только сам летает быстро. Я биву отойду, пока метки будете кидать. Если все еще не понял, конь — единственный маунт 310, который не распространяется 310 на остальных маунтов. Любого другого возьми, распространится. Саниксии надо распространиться. Ну, можно за ачивку ссылка 10-25. Там типа маунт должен быть не гибридный 310-й, похуй какой. И что будет? Ну, все маунты. Да. Нихуя себе. А на стандарте такого нету, да? Конечно. Ебать, типа Сирус, охуевший сервер. Вот поэтому я тебя и прошу, пошли за ачивками в обычку. Теперь я понял. 310 никак не чувствуется, все равно, мне кажется. Оно ощущается, ты просто тебе не с кем сравнить. Ты вот когда будешь с кем-то лететь, ты поймешь все. Ты уже я привык. Еще... А у меня нету 310 маунта, не было. Ты еще подруби скорость ауру вот эту коня. Там вот всякие ЖДК, только так можно съебать. И мастер ауру пошли. Что обгоняешь с мастер ауром, там и так видно. Что там, суммонят, или я уже, блядь, добегу? Это безусловно. Точки не ставят, я чё. Чё, кто-то будет назначать, или можно ещё пока офнуться?